У нас тут нету завода. Ну, есть завод, но там одни мужики. Это далеко ехать надо. Фу, мужики. Мужлан. Ой. Руслан, напиши в чат мой телеграм, пожалуйста. Я 7 слов. Я просто не помню, как он называется. Ну, ладно, я сейчас сама напишу. Ребятки, у меня есть телеграм-канал. Вот, я написала в чат. Это мой телеграм... Да, во, красавчик. Это мой телеграм-канал, если что, подписывайтесь. Да, подписывайтесь. Доброе утро, страна. Привет. Ой. Так что, подарок будет на день рождения? Ребята, кто есть живой? 2, 4, 6 человек здесь. Давайте хоть полайкайте, что ли. О, спасибо за розу. Спасибки за розочку. Ребят, смотрите сейчас. День рождения сегодня начинается. И до пятницы. До субботы. Отмечать в субботу буду. Спасибо за подписку. Боже! Достали эти коты. До следующего года дарим. Да. Да-да. Да-да-да-да-да-да. Да-д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 а. Блин, смотри, Руслан, я сейчас напишу карту в чат. И ты мне скажешь, пропустила сообщение или нет. Как тебя зовут? Меня Даша зовут. Вот, смотри, я написала. Видно карту? Ничего не видно. Блин, приятно познакомиться. Вообще сообщение. Ну, значит, не пропускает. Значит, блин, пиздец. Меня хотят развести. Меня какой-то хам захочет развести на видеозвонок.